Всем доброго времени суток, с вами Таракот, и мы продолжаем прохождение игры под названием Conquest of Elysium, или по-русски Завоевание Рая, а именно пятой части. Итак, игра за Скорч Лорда, Лорда Иссушителя, или Карателя, как правильно, неизвестно. Ну что ж, остался вроде как один нейтральный противник. Все игроки повержены уже, кроме меня. Остался нейтральный, блин, противник нежить. Аид. И нужно найти монумент этот сраный, блин. Потому что духи меня доконают. Они повсюду. Одну очку действия. Не понял, это что за фигня? Откуда вы взялись тут? Пипец. $240 бабла. Наверное, лучников надо еще нанять. Юнитов ближнего боя много. Это у нас серпент. Либо даже арбалетчиков. Но не, лучше этих. Хотя можно и вот этих соусов. Ну, наверное, лучше Desert Warrior'ов. Слон. А ну-ка я сюда перейду. Возьмет город, ну и возьмет. Это он точно не возьмет. Либо он уйдет, либо он сюда. Он сюда пойдет, я сюда пойду и обратно. Потому что самому на него нападать у меня желания нету. Так, здесь что, навстречу что ли пойти? Но армия небольшая. Он сейчас, блин, пойдет города отнимать. Хотя... Блин, арбалетчики. Не, он вряд ли сможет это одолеть. Арбалетчики это хорошо, но гули свое дело, наверное, сделают. А здесь я не могу рекрутировать. Корона, что ли, означает место, где можно рекрутировать. Ладно, сюда, наверное. Хотя, возможно, зря. Вот с драконом что делать, я вообще не знаю. Может, отдать ему город, отойти пока что? Порт. Он уже вынесет это все, если он нападет. Скотина. Хотя
У него есть атака ядом. У моих благословленных юнитов у них защита. Точнее, сопротивление. Мне бы еще сопротивление от огня. Так. Ну, варианта два. Либо... Точнее, три. Либо благословение, либо ритуал Грандмастера, либо Геральды. Надо Геральды. Блин, на лучников взять, наверное, какое-то количество. Дурак, зачем так сделал? Ладно. Так, и вы вперед. Опа. Бихолдер. Капец просто. И все супер опытные, блин. Замечательно. Надо тут атаковать, может. Его бы в армии ставить. Опа. Нифига себе, ничейный город. Нифига себе. Так, ну а ты, наверное, возвращайся сюда. А ты... Взор, отлично. Улитка как была, там и осталась. Пипец, 73 хп. Чем больше обзора, тем лучше. У меня вообще такое чувство появилось, что все эти призраки, они появляются только в тумане. Там, где у меня нет обзора. Потому что там, где есть обзор, они, по-моему, еще ни разу не появлялись.
190. Сотня золота вход. О! Кабаны, лось. Вообще, можно этому Геральду хотя бы кого-то нанять. Может, этих селсолов нанять. Фиг его знает вообще. Пустая шахта. Это что, здесь соединение, что ли, идет? Ух ты, ёптить. Можно здесь построить монумент на следующем ходу. Или же вот здесь. Вместо Dead Forest. Слон сюда пошел. Что у нас на острове? Дракон улетел. Это хорошо. Хотя он может прилететь обратно еще. Две клетки хода. Стоп, а почему? У него же пустынное движение. Две ячейки. У него нету пустынного движения. У него тоже две ячейки по пустыне ходьба. А что за фигня? Это баг, что ли? Не работает пустынное движение. Это пустыня, но... У него две ячейки снялось за ход. Хотя должна была одна. Я сам по своей же местности не могу нормально перемещаться. Могут, блин, напасть олени. Ну что, в горы, что ли, полезть? Два. Потому что, наверное, я сюда пойду. Ого, блин.
Да получается за 50 всего 4, а что они такие дорогие? Капец. Офигеть, блин. Так, ну надо тоже, наверное, вперед этими отрядами идти. Раз, два, три, раз, два, три. Надо подумать. Кого взять с собой вообще? Арбалетчиков, наверное, надо оставить. 92 опыта, блин. Наверное, самых израненных стоит взять. Возьмем вот этих, наверное, Селсолов. Хотя, возможно, это не лучшее решение. 100 ТП, а чё? А, там часть юнита входила уже. Так, ну и куда-то туда, наверное, двигать надо. А этот 352. Dark Blessing, наверное, надо жахнуть.
докопить на следующий уровень. Куда делись эти паразиты? Ага, вот они. Можно там монумент построить, в принципе. Хотя оно же движение замедляет, эта пустыня. Наверное, не стоит этого делать. Сейчас командир сдохнет, наверное, здесь. Ну все. Не понял. Почему у меня командир пошел? Ёптить. Арбалетчики мощно дамажат. Надо быстрее разбирать их. О! Соло солджер. Замечательно, бездушный солдат. Ух ты, это где вообще? Это здесь. Вот откуда они появились тут? Там кто-то отжал. А, стоп, что это такое? Равнина. Там было село. Куда оно исчезло? Монументы, что ли, его уничтожили? 3-4. Ровно 500 живой силы. Да, вот здесь я хотел построить монумент. Правда, блин, за мной медведь там гонится. Стоп, а где вообще еще можно его построить? 2. Ну, в принципе, не зря я сюда пошел. Ха, слон занял, блин. Слон на стене стоит. Можно этих уничтожить. Так, и оставить вот этих здесь.
Может быть, не, ну, ритуал на такую маленькую шахту использовать нет смысла. 4 гуля. 3 гуля. Ну, тут уже лес, все. Капец, капец. Наверное, да, наверное, все-таки стоит здесь сделать монумент. Шикарно. Пустая шахта. Холмы, равнина. Еще шахта. Это что? Бакимоно. Серебряная шахта. Их бы вынести на самом-то деле. Захватить эту шахту. Вот эта часть вообще получается. Опа, крабик мой монумент отхапал. Паразит. Мало того, что эти духи летают, так еще и куча живности бегает. Медведь в сторожевой башне. Ни хрена себе медведей сколько. Шахта заброшенная. По идее, там никого не должно быть, хотя фиг знает. Ну, кстати, здесь тоже можно бахнуть монумент. Но мне надо разведывать. Кладбище. Гули. По пути можно нанять кого-то. Этих, что ли? И, наверное, стоит бахнуть ритуал. Mountain of Power. 250-250. Етить-колотить. 9 ходов. Етить. Ты что так гнать? А можно мне призыв, блин? Фак. Ну-ка.
ну-ка, попробую так. По идее, должен справиться. Можно еще ход постоять. Нанять кого-то здесь. Ну, либо двигаться. Мне надо монумент здесь построить. Поэтому нанимать бабла особо нету. Надо ли мне нападать на эту улитку? Я думаю, не надо. Куда идти? Фиг знает. Все. Вот это мощная, конечно, штука, но ее надо одну брать. Командиру, походу, сейчас конец придет. Сколько у него там? 5 хп, блин. Magic item for sale. Demon whip. Демонический кнут. Охренеть. Блин, зима вообще не кстати. Очень не кстати. У меня передвижение сильно замедлено. Это северные регионы. Но внизу вроде духи перестали появляться. Туда пошел. Что это за фигня? Желание смерти. Что-то гнать живности сколько. А куда делись? Гули. Что-то значок обозначает. Monster Lair. Здесь монумент. Да что-то с монументом. Надо...
Блин. Это жопа какая-то. Хотя, наверное, не шут. Надо строить. А, кстати, зимой, судя по всему, уменьшенный приход или не уменьшенный? Тринадцать. Нормально. Блин, не хочется... Это опасно. Гули, скорее всего, завалят мою бригаду. Куда я этим хотел пойти, я уже не помню. Этим надо где-то в этом районе ходить. Дракон здесь терроризирует. Можно еще Геральда назначить. Да я даже, наверное, прямо здесь постою. Поохраняю. Обзор, это хорошо. Что здесь? Горы просто. Wind Tower. Башня ветров. Ух ты! А! Блин! Что он... Я забыл, что у меня... Ёперный балет. Я забыл про этот артефакт. Я мог его купить. Ладно. Кроссбоумен. Можно, конечно, Special Power, чтобы он нанимать мог. Ну ладно, его сейчас завалить могут. Пикинеров за 169. У меня даже бабок таких нету. Такс. Кажется, надо кладбище захватить.
чтобы оттуда всякая нежить не появлялась. До упора доразведывать. Опа. Дратути. Что здесь еще? Стоп, а что? Solus Soldier замедляет. О, еще. Здесь вообще через горы придется перебираться. Я не знаю. Поселение пустое. Вряд ли медведи в горы полезут, хотя кто знает. Такс. Это что такое? Это мои муравьи? Ё-моё. Я забыл, что у меня там муравьи. Откуда они здесь вообще? Ладно. Пусть сидят. Интересно. Dark Blessing хочу. Cold Resistance. Что? Сто процентов? Нифига себе. У меня артефактом, который дает 100%. Блин, 100% cold resistance. С одной стороны, прикольно, но лучше бы fire. Собака, блин. Слон, конечно, молодец просто. Хорош. Mm-hmm.
Опаньки. Ну все, прощай, командир. Ну так, Галима, конечно, был командир, ничего не скажешь. Постоянно летит вперед. Удивительно, удивительно то, что снизился поток духов. Такс. Надо нанять Геральда и отправить его туда, на остров. Он атаковать может. Угу. Надо очко, чтобы он вошел. Куда идти дальше, блин? Нифига себе. Едеть колотить. Горы сплошные. Ха-ха. Блин. Я не хотел. Что за говно? Я не хотел вступать в бой. Ну, слон задрал, конечно. Надо избавляться от него. Налево или направо? Тут такие огромные территории. Офигеть просто. Ой-ой-ой. Пух. Да ну задрал, какого хера? Сколько я уже перевалил этих гадов. Ты что ты гнать? Кажется, он где-то с той стороны. Ну это все, это прощай, командир. Поздняя зима. А что такое? Откуда, спрашивается, эти взялись здесь? Этот монумент надо, блин, занять было бы.
Он там плюс 8 дает. Эти стоят без командира. Откуда-то оттуда лезут. Ничего себе, какая территория большая. Я, кстати, даже еще столицу этого Бакимано не нашел. Бляха-муха, он убил какого-то. Вот это большой минус. Ни хрена себе. Жучки шикарно работают против бронированных целей. Солос. А чё этот меня атаковал? О, еще солос. Весна настала. Ни хрена себе, как он далеко перемещается. Ноль ходов. Такс. А ну-ка. Я думаю, справишься там. Надо идти навстречу этому гаду. Да ну что за... Жесть какая-то вообще. И опять дракон там летает. Здесь какая-никакая армия есть. Кажется, пока что надо объединиться. За... Блин, и вот это надо захватить, наверное. Опа, опа. А там что? Кто мою башню забирает?
Да что за хрень? Они что, отсюда что ли появляются? Бред какой-то вообще. А ну-ка. Беспредел просто. Там где-то толпа этих душ летала. Наверное, пора что-то купить в этой башне. Усилить гарнизон. Десять мечников. Ну да будет так. Катапульта за 63. У меня стоит катапульта там. На кой хрен она мне нужна? Можно здесь, конечно, нанять, но... Где мне катапульта может понадобиться? Вот здесь. Кристальный замок. Да, конечно, надо брать за такую цену. Мечники, а мечники они стоят. Тоже надо брать. Пора, наверное, прекратить торговать на железо, хотя. Призыв. Нормально. Гули опасны, они превращают, блин, трупов тоже в гулей. Кинондом. Это... Блин. Дамажит сильно.
Мне копейщики нужны в эту армию. Это здесь же. Блин, из жучка высасывает жизнь. Прямо на этом же самом месте. Собака. Куда оно прет? А здесь что? И там отхватывают. Болото или горы, блин. Но эти могут напасть. Блин. Этот может призывать. Наверное, стоит что-то призвать. Или не стоит. Нормально. Это вообще нет атакующих заклинаний. Мои муравьи сами ползают. Да, вот это дерьмо двинется, я не знаю. Оно с ихним командиром или как? Здесь достаточно войск, и вот эти вот василиски, они будут очень сильно дамажить со стен. По сути. Там, я думаю, даже не подойдут.
от этой толпы надо подальше уходить. Это что, старое поле боя? Угу. Болото, болото. Пусть все летают. А где, где этот сраный монумент? Их не стоит. Тут, блин, куча гор. Можно наверх попробовать залезть. Пух. Нифига себе, нифига себе. Здесь ничего нет. И тут тоже вряд ли может что-то быть, но надо... доразведать. Да ты что так гнать? Это просто немеренные орды. А эти твари могут куда-то направо пойти. Их там вообще нечем сдержать будет. Дерьмо. В самый низ идти как-то вообще не вариант. Так, с броня 2 у них. Это опасные. Урон просто пипец какой. Минус 10, пожалуйста. Командор. Етить он прочный. Чё так? А, у него щит. У него и щит, и броня. Есть. Жучки сделали дело. Обычные атаки очень неэффективны против них. Опа.
10 арбалетчиков за 64. Это дерьмо двигается куда-то туда. Чё это за хрень? И опять начали отхватывать повсюду. Жесть. Просто жесть. Повсюду опять захваты. Главное, у жучков передвижения довольно много. Так, Serpent Tower. Надо призвать, наверное, Геральда, дать ему этого Василиска, и пусть он... изничтожает... Да, они движутся. Справа мне их там остановить нечем будет. Но если там еще у них командир, а он, наверное, там есть, это будет очень плохо. В болото единственный ход, блин. Так, но здесь уже незамеченными не пробегут. Там куча поселений. Карта, конечно, большая, ничего не скажешь. Мне надо Гранд Ритуал изучать. А у меня... времени нету. Вот эти орды, конечно, тоже надо уничтожить. Но это жесть, я могу там потери огромные понести. Мне надо найти этот сраный... замок.
Это хорошо, что моих геральдов перемещение такое. В смысле, не перемещение, а хорошо, что они невидимых юнитов видят. Можно, в принципе, сдать. Хотя... Там можно сдать или нельзя. Я бы нанял Геральда и отправил его куда-то, но этот может свернуть. И грохнуть Геральда. Какого хрена? Вот и все. У него атака, ого! У него атака магии, поэтому по ним она 100% работает. О, вот из три. Черт, куда-то туда пошел. Надо бы лучников ему нанять. Вот он, скотина. Я тебя нашел. 40. Я тебя нашел, падла. А я даже думаю, я справлюсь сейчас. Правда, я вот не знаю, а если на помощь он придет? Если он не придет на помощь, то это будет победа. Если он придет, это будет поражение. Такс. Что там снизу? Shade Mage. Стоит ли мне всю армию туда направлять сейчас? Наверное, придется.
Китайское говно, блин. Такс. Я думаю, должны справиться. Десять лучников. За 51. Где мне вообще надо? Усилить гарнизон. Плюс 163. Зачем я этого послал туда? Возможно, здесь стоит усилить гарнизон. Или же здесь 450 Dark Blessing. Надо ритуал темный. Ну все, это должна быть победа. С этими мы должны справиться, а это беспомощная. Правда, блин, этот дурак высасывать силы из своих будет. Ну, хорошо, хоть он вроде перестал кастовать. Давайте, копейщики, окружайте и штрихайте его. И Геральт тоже бы шел в Блисви. Туцкал. Слаблен. Героические, блин. Ватар. Героический Геральт, вестник. Разведчик добрался до него. Этот что-то, блин, не пытается подойти. Наконец-то. Ха-ха.
Хорошо, что на помощь там никто не пришел. Было бы, наверное, эффективнее, если бы они в упор подошли и мечами лупили. Ух ты. У него, у статуи рана, но это, конечно, гониво. Что можно раны статуям наносить. Что еще? Lost an eye. Статуя глаз потеряла. О, ты смотри. Так и подошел вблизь. Это что было? А куда мои войска делись? Может быть, есть ограничение какой-то по длительности боя? Так, вот это опасно. Страх. Shadow Forum, Lashes of Darkness, Shade Warriors. И никакой растительности, собак. Опять куча моих солдат погибнет. От моих же кастов. Спасибо хоть, что медведь впереди. Си жизни за медведя. Медведя грохнут. Но он пушечное мясо его в расход. А главное, в паутине бестелесное существо. Раны у бестелесного существа. Feeble-minded. Ни хрена себе на пятерку, блин. Ни хрена себе, давайте гасить его быстрее. У него 10 хп, блин. Да ну это жесть какая-то вообще. Давай, медведь. Грызи. Да, он три раза, он три удара наносит. Ух ты, мой этот чудак добил его. Блин, незаживающая рана у него, охерительно. Отлично. Нагнули этого мага. Ух, хорошо, что он успел, а то сфинкс бы моего Геральда грохнул. О, победа, победа, Карл. Я уничтожил монумент, и вот она победа. Это последняя задача, значит, была. Главная музыка. Не какая-то особая победная, а обычная. Это у нас что? Сила армии.
Это Бакимано? Это культист, что ли? Да. После боя с культистом, вжух. Просадка после боя с Бакимано. Но там не только Бакимано, там еще этот гадостный прислужник Аида. Цитадели. Золото. Доход золота. Доход железа. Херб, травы, грибочки. Сакрифайс. И у культиста, и у Бакимано. Hands of Glory. Уид, какая-то трава, блин. Это кто был? Желтый это кто был, я не помню. Друид, может, или? Ха. Здесь зеленый. Странно. Целебные травы и какие-то просто травы. Синие и... Гем. Два игрока. Торговля. Реликвии какие-то. И... Life Force. Ну, можно ревил мап сделать. Что вообще здесь? Идите, оно как-то подлагивать так жестко начало. Ого. Офигеть, какие-то... Что-то непонятное. Амфибия. Дракон там летает. Тритон. Рыба-монстр. Enormous bite. Проглатывает цель. Охренеть. Ну, кроме цели огромного размера. Ничего себе. Солос амфибии. Ничего себе. Это что? Лео Кампус. А это что такое? Какой... О, нифига себе! Нифига себе, это что за говно? Это они уже призвали такую хрень, что ли? Жесть! Я едва успел. Литигард. Тартарианский дух. Чувствует мертвых. Стопроцентная защита от холода, яда. Неживой. От сна. Очарование. Пирс резистанс. Изгоняемый. Вызывает страх. Огромный. Движение по горам. Пэсвол. Рана груди. Это что такое? Сквозь стены может проходить. И сквозь землю. Что это за хрень вообще? Некромантия второй уровень. Геомантия какая-то второй уровень. Это он сразу 4 действия делает, что ли? Цепь какая-то, блин. 1-7 плюс 19. Это он вблизи лупит этими цепями. У него две их.
Enslave. Ни хрена себе, он может на свою сторону их что ли порабощать? Жесть, просто жесть. Это дух мертвого титана. Он навсегда в Аиде, но некроманты могут его оттуда извлечь. Охренеть. Это просто нечто. Нихера себе тут армия. Армия огромная. Не факт, что я смог бы со всем этим говном справиться, но с ними бы справился. А что здесь вообще? Он там где-то стоит, в каких-то руинах, что ли? Белый священный лось? Нифига себе. Оу, что такое оу? Хм. Любой, кто пытается его атаковать, должен пройти тест на мораль. Дальнобойные атаки не должны проходить. А это что такое? Что себе? Тролль. Граница мира. Гигантская медуза. Poison аура. Офигеть. Ментальные тентакли. Ни хрена себе. Ого, а это что еще здесь? Dream Horror. Офигеть, блин. Какой-то храм. А это что такое? Морской дракон. Full sweep. Нифига себе. Остров почти на границе здесь был. Ага, я думал... Я, кстати, думал, это остров. А это, получается, часть большой земли. Нифига себе, блин. Нифига себе. Стоп, а как так? Я здесь был? Я думал, что там конец, что там море. Но там можно пройти. Ни хрена себе. Офигеть. Это что такое? Лилот какой-то, блин. Шит. Штормовая магия, блин, с молниями. Охренеть. Такие же, как мои. А это что такое? Земляной элементаль. Ни хрена себе. А это чё? Офигеть. Не стареющий? Вот есть эффект старения. Интересно.
пирамиды какие-то, тут еще город. Зеленые какие-то камушки. Ничего себе, здесь какая обособленная часть. Монстр этот. Тут портал какой-то. Нифига себе. Водная какая-то. Нифига себе, водная цитадель. Тритон Кинг. Нифига себе. Лобстеры. А тот дракон, который на меня нападал, он уже все, за карту улетел, что ли? Это что такое? Морской отец. Ого, защита от огня 100%. Что? Что здесь было? Какое-то селение. Нифига себе. Я думал, что там ничего нет. Вот это да. Ты шо, ты шо? Командир сраный. Он уже, блин, шел. Его тут никто бы не остановил. Дракон этот. Интересно, конечно, было бы сразиться. Вот плохо, что нельзя здесь продолжить игру после победы. Я не все еще... Я не все заклинания протестировал. Ну, можно просто загрузиться и проэкспериментировать. Но, наверное, это будет уже в следующей серии. А данную серию мы завершаем. Победа одержана. Кое-какие, ну, надо будет все эти касты протестировать, что они делают. Ну, а после этого, после тестов, то за другой класс можно начинать. Наверное, я не такую большую карту поставлю. Поменьше, и игроков поменьше. Хотя... Это было 6 ботов, и я 7. И карта большая, по-моему. Возможно, стоит среднюю. И, допустим, 4 бота. Хотя можно и такую, но это просто очень долго. А может быть, даже я и в сетевой игре с кем-то сыграю. Было бы, конечно, круто с друганами, но пока что не с кем. Кстати, если есть желающие сыграть вместе, пишите. Либо прямо тут на ютубе, либо в дискорд. Ну что ж, данную серию мы завершаем. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Присоединяйтесь на сервер дискорд. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.